Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов провел велоинспекцию 5-го микрорайона Одинцово. Она прошла вместе с жителями города и профильными заместителями. Участники инспекции оценили состояние баскетбольной площадки на бульваре маршала Крылова, осмотрели ремонт дороги на улице Говорова, посетили стадион гимназии номер 14. Он стал доступен всем желающим в рамках проекта «Открытый стадион».